Жертвами злоумышленника становились владельцы частных домовладений, в том числе элитных. Причем география совершенных преступлений не ограничивалась лишь одним районом. Домушник промышлял по всей области. Вы раньше в поле зрения правоохранительных органов попадали, уважаемый? Раньше, когда? За всю свою жизнь, давайте. Конечно, попадал. Вы все прекрасно знаете. Ранее неоднократно судимый гражданин путем отжима окна проникал в жилище, откуда совершал хищение ювелирных изделий и иных материальных ценностей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность задержанного к совершению не менее 10 аналогичных фактов преступлений. При себе у задержанного обнаружился набор настоящего джентльмена. Похищенный элитный коньяк, перчатки, а куда же без них, и орудие преступления – легендарный инструмент домушников «Фомка». Кроме того, мужчина зачем-то прихватил с собой пылесос. Модель достаточно дорогая, вот только использовать ее он планировал не по прямому назначению. Во дворе дома, столкнувшись с немецкой овчаркой, злоумышленник пытался отбиться от нее пылесосом. Успешно миновав четвероногого охранника, мужчина не избежал закономерного финала – встречи с сотрудниками СОБРа и уголовного розыска. Бывалый эксперт с солидным криминальным стажем оказался крайне неразговорчивым, даже несмотря на праздничный день всех влюбленных. В какой влюбленный? Я такой праздник не отмечаю. У нас в России другой праздник. Какой? Семьи, любви и верности. Помимо указанных ранее материальных ценностей, у задержанного обнаружили похищенные ювелирные изделия. По фактам совершенных краж возбуждены уголовные дела. Устанавливаются дополнительные эпизоды криминальной деятельности задержанного. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.